спорт для сильных духом. В Ульяновске стартовали соревнования по плаванию для людей с ограниченными возможностями. 70 участников собрались в бассейне «Буревестник». После торжественного открытия пловцы приступили к состязаниям. Баттерфляй, вольный стиль и на спине. Спортсмены показали три вида программ. Соперников распределили по функциональным классам, то есть в одном заплыве люди со схожими параметрами здоровья. Возрастной ценз от 14 лет. На данных соревнованиях участвуют представители спорта хода, спорта глухих, спорта слабослышащих и спорт лин, то есть лица с интеллектуальными нарушениями. Все будут участвовать. Организовывает соревнования городской комитет по физической культуре и спорта. Чемпионаты первенства по плаванию проводятся уже 9-й раз. К слову, городские соревнования не ограничены водными видами спорта. За 9 лет программа заметно выросла и обогатилась новыми направлениями. Такие соревнования мы проводим уже по 10 видам спорта. Совершенно различные квалификации. Это плавание, это армрестлинг, это бочи, это новус, это легкоатлетика, это и греко-римская борьба. Поэтому их уже становится очень много. И в городе Ульяновске уже более 200 человек, вот таких спортсменов профессиональных, которые уже участвуют в наших соревнованиях. Результаты соревнований будут известны в ближайшее время. Через месяц триумфаторы продолжат свой спортивный путь на региональном этапе соревнований. Те, кто сумеет победить в областных состязаниях, отправятся на всероссийские. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.